подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». В сегодняшнем видео хотел бы рассказать, как в жаркую погоду утолить жажду в домашних условиях. Это сделать домашний квас, простой классический. Для этого нам понадобится дрожжи, сахар, сухой квас. Ну и емкость, в которой будем делать. Итак, сперва делаем закваску. Вносим пол чайной ложки сухих дрожжей. Две столовых ложки сахара, и также 2 столовых ложки сухого кваса. Все это заливаем немного воды. И ждем 12 часов, чтобы наша закваска была готова. Итак, наша закваска готова. Продолжаем делать квас. Также вносим 1 ложку сухого кваса уже в готовую закваску. И 2 ложки сахара. Заливаем все это чистой фильтрованной водой. Наш квас практически готов. Теперь его осталось поставить на окно на сутки. И через сутки будем его сливать. Итак, наш квас готов. Сейчас мы его будем дальше. Далее разливаем по бутылкам. Предварительно в бутылки добавляем ложку сахара. Я делаю это вот так. Более удобно. И сейчас будем цедить. Для процеживания кваса нам понадобится вот такой вот шланг. Очень удобно снимать с осадка. Покупал на AliExpress. Ссылка будет внизу под видео. Получившийся квас закрываем, и сахар, который на дне, размешиваем, стряхивая. После того, как сахар полностью разошелся, ставим на полдня на окно,
для карбонизации. И затем в холодильник. Приятного вам кваса. Вкусного. Но это еще не все. Оставшаяся у нас сусло, чтобы оно не пропало, добавляем опять ложку кваса. Сахар. Заливаем все это водой. И ставим по новой. Когда же у вас будет очень много, я делю на несколько банок, либо отдаю там друзьям, либо выливаю. Ну, можно использовать очень долго. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Будет еще много-много всего интересного. Спасибо. До свидания.